фестиваль «Мясной базар», который подарили нам наши лучшие коллективы по производству и переработке сельхозпродукции. Фестиваль проходит под девизом «Покупай тюменское». И это далеко не случайно, поскольку благодаря интенсивному развитию программы по свиноводству, птицеводству, мясному животноводству, область является безусловным лидером в Уральском федеральном округе среди субъектов по производству сельхозпродукции. Надо сказать, что благодаря самоотверженному труду селян и благодаря эффективной государственной поддержке аграрников у нас достигнуты очень высокие результаты, и мы задаем тон во всех этих отраслях. Мы практически вышли на самообеспечение по абсолютному большинству продукции сельского хозяйства. Наши предприятия ежегодно участвуют в различных выставках как в России, так и за рубежом и показывают наилучшие результаты. Поэтому сегодня, открывая этот праздник, хотелось бы сказать огромное спасибо всем, кто производит, перерабатывает сельхозпродукцию, за обеспечение продовольственной безопасности нашего региона.